Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на альбом Рианы Good Girl Gone Bad. Это типа перезагруженная версия, то есть уже с доп-треками. Я, честно говоря, не фанатка Рианы, я могу где-то что-то ошибаться, но, насколько я помню, выходила сначала обычная версия, потом сделали перезагрузку. Насколько я помню, это третий альбом Рианы, но если что, поправьте меня. В общем, ну вот, я его купила очень-очень поздно, там уже позднее, чем он выходил, чуть ли там несколько лет. Поэтому как бы выбирала самую дополненную версию. Такой здесь трек-лист. Ну, я, насколько понимаю, вот 13, 14, 15 версии, это типа вот, которых не было изначально в трек-листе. Ну, как-то так все выглядит. На самом деле, очень интересный такой альбом. Хитовый, вы знаете, очень много хитов, типа Umbrella, Don't Stop the Music. Вот. Ну и здесь такая вот разворачивающаяся штука. Мы сейчас попробуем развернуть. Здесь такая большая Риана. Ну, картинка Рианы большая. И здесь текстов песен нет, здесь просто создатели песен, ну и вот такие картиночки. В общем, такое интересное оформление. Вот. Решила видео снять чисто как ознакомление, не являюсь каким-то прям яростным фанатом Рианы. Как бы покупала альбомы чисто для себя, и он нравится мне покупать диски. Поэтому как-то так. Надеюсь, вам был полезен данный обзор. Это, конечно, иностранная лицензия. Не знаю, из какой страны, но как бы иностранная. Вот, надеюсь, вам был полезен данный обзор. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.